Соотношение плохих и хороших кредитов на банковском рынке несколько изменилось в лучшую сторону в последнем квартале прошлого года. Это повлияло на рост индекса кредитного здоровья финансовых учреждений. Анализ проводили специалисты рейтингового агентства «Эксперт». По их мнению, положительная динамика является следствием мер, предпринятых в последние полгода. Подробнее о новости читайте на нашем сайте.